Обновляется у нас первенство Москвы и матч между командами. Локомотив вводит мяч, вводит на поправки, но тот сыграл головой очень неплохо. Файзулин в штрафной площади, Файзулин обыграл и штрафной удар. В штрафную площадь он не вошел, иначе был бы пенальти. Ну, конечно, отсюда надо было забивать, попадать в створ. Максим Данилин. 1-0, 30-я минута матча. Направил мяч, даже не через...